Привет, я Бенедикт Камбербэтч. Скучали по мне? Скучали по мне? Скучали по мне? Мюррей, ты чего? Нет, я больше не Мюррей. Я Мюриарти. Мюриарти? Да, я твой заклятый враг. Мюррей, я не думаю, что в реальной жизни у меня есть заклятый враг. Теперь есть! Его имя Мюриарти. Готов сразиться с моим изощренным умом, Шерлок? Я не Шерлок, я лишь играю его на телевидении. И как тебя зовут? Бенедикт. Ну, готов сразиться с моим изощренным умом, Бенедикт Шерлок? Да, конечно. Что делать? На столе фрукты. Да, вижу яблоки и апельсины. Чего больше, яблок или апельсинов? Я не знаю. А ты у нас гениальный сыщик, вот и выясни. Я всего лишь актер. Ну, сыграй гениального сыщика и выясни. Игра началась. Уже? И кто с кем играет? Нет, не спортивная игра, а это игра фруктовая. Ладно, больше яблок или больше апельсинов? Мне понадобится помощь. Ватсона? Нет, не Ватсона, от графа фон Знака. Приветствую! Знака, сколько яблок на этом столе? Засчитаешь? Да, конечно, я люблю считать. Тут одно, два, три, четыре спелых яблока, Бенедикт. Четыре яблока, спасибо. Сколько апельсинов на столе? Тут один, два, три апельсина. Четыре яблока и три апельсина, интересно. В тупике! Тебя поставила в тупик моя сложная задача! Нет, видишь ли, тут четыре яблока и всего три апельсина. Четыре больше трех. А значит, на столе яблок больше, чем апельсинов. Верно! Четыре больше трех! О, ужас! В этот раз ты победил, Шерлок! Бенедикт! В этот раз ты победил, Бенедикт Шерлок! И один умный человек вдобавок! Озвучено по версии Грида.